Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Приветствую юных любителей математики. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, профессор Пифагор. Наш урок я начну со слов благодарности. А кого вы хотите отблагодарить, профессор? Вас, вас, друзья мои. Нас? Ну, приятно. Только не очень понятно, за что. Да. Ну, уж так уж и не за что. Меня можно поблагодарить за то, что я очень милая лисичка. Нет-нет, Веснушка. Речь о ваших математических успехах. Кто помог тетушке Матильде посчитать количество сладких пирожков? Я. А кто помог енот-енотчу сосчитать, сколько скворечников нужно построить? Ну, я. А кто учил маленьких ежат цифрам и числам? Вообще-то я. Вот видите, вы не только хорошо запомнили уроки, но еще и научились применять их в жизни. Ну, я даже не думала, что это так важно. Очень важно, Веснушка. Если есть возможность, всегда нужно помогать другим. Ну, а теперь время разминки. Готовы? Готовы! По небу плыли 5 облаков, похожих на сахарную вату, и 3, похожих на шарики мороженого. Сколько всего облаков? 8, конечно. 5 плюс 3 – это 8 облаков. Верно. На столе стоит кувшин с молоком. Подошел к нему мальчик Вася, который до этого долго играл в футбол. Он, наверное, очень хотел пить. Да, и потому выпил одну с другой целых 6 чашек. Ой-ой-ой, как бы у Васи живот не разболелся. Ну, не переживайте, чашки были маленькие. Нам нужно узнать, сколько осталось чашек молока, если всего в кувшинах помещается 9. Сейчас сосчитаем. Всего 9. Вася выпил 6. 9 минус 6 – 3. Верно. Еще одна задачка. В автобусе ехало 10 пассажиров. На остановке вышло несколько человек. И водитель повез дальше только 7 пассажиров. Сколько человек вышло на остановке? Значит, вышло несколько. 10 ехало, да 7 осталось. От 10 отнимем 7, получим 3. Вышло 3 пассажира. Отлично! А теперь давайте-ка вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. Ну, о времени. О том, что случается раньше, а что позже. Что бывает до, а что после. Сегодня мы продолжим разговор о времени. У меня есть для вас кое-что интересное. Сейчас, минуточку. Профессор, а минуточка – это много или мало? Прекрасный вопрос. Именно об этом я вам и расскажу. Профессор, это у вас часы? Ну, они самые. А знаете, как они устроены? Я знаю, что палочки называются стрелки. Верно, Зубок. Стрелки на часах постоянно двигаются по кругу с разной скоростью. А по-моему, двигается только одна. Вот эта вот самая тоненькая. Вон, как быстро она бежит. Да-да, а две другие вроде бы стоят на месте. На самом деле двигаются все стрелки, только с разной скоростью. Самая быстрая и тонкая стрелка называется секундная. Та, что потолще, минутная. А самая короткая и толстая – часовая стрелка. Круг с цифрами, по которым двигаются стрелки, называется циферблат. А цифры на циферблате помогают нам узнать время. Профессор, а можно повторить еще раз? Не только можно, Зубок, но и нужно.
Внимание на доску! Секундная стрелка отсчитывает секунды. Каждый шаг этой стрелки равен одной секунде. А что можно успеть сделать за секунду? Да совсем ничего. Ну, кое-что можно. Например, ну вот, хлопнуть в ладоши. Оп! Сделать шаг или даже два. Да, или моргнуть пару раз. Когда секундная стрелка пробежит целый круг по циферблату, пройдет ровно одна минута. И тогда свой шаг сделает минутная стрелка. Да, не быстрая она, эта минутная стрелка. Это верно. Но все-таки самая медленная стрелка – часовая. Она ползет по циферблату медленно-медленно. Минутная стрелка успевает пройти целый круг, пока часовая переползет от одной цифры к другой. И это значит, что прошел целый час. Ага! Значит, часовая стрелка считает часы? Правильно, Веснушка. Я понял. Самая тонкая быстрая стрелка секундная, считает секунды. А минутная стрелка отсчитывает минутки. Совершенно верно. Молодцы ученики, все запомнили. Профессор, а все-таки кое-что непонятно. Для чего на циферблате написаны цифры? Как по ним узнавать время? А вот об этом мы поговорим на следующем уроке. Потому что этот заканчивается. Ладно, подождем немного. А дома советую вам изучить разные часы. Посмотреть на них внимательно. Есть часы с минутной и часовой стрелкой, а есть даже только с часовой. Но стрелки на часах есть всегда. Запомнили? Да! Да! Вот и прекрасно. До встречи в Шишкиной школе, юные любители математики.